Девчонки, всем привет! За моей спиной сейчас стоят мои любимчики в уходе за волосами. Сейчас я отращиваю свои волосы и активно их восстанавливаю. А я собрала сегодня самые лучшие реально работающие баночки, которые помогут вам восстановить ваши волосы, отрастить и превратить их в шелковое, глянцевое, блестящее полотно. А я хочу сказать, что я настоящий бьюти-голик, который пробует все, что выходит на рынок. Мне очень интересно пробовать новые какие-то компании, какие-то новые продукты. Я все покупаю. Мажу, и мне очень интересно найти самое лучшее. И хочу вам сказать, что, к сожалению, на рынке косметики по уходу за волосами реально мало продуктов, которые дают результат. Вообще, поэтому я открыла свой магазин косметики когда-то, потому что я кучу денег спускала на супер популярные, очень модные, но вообще не работающие продукты, и я тогда, вы знаете, решила создать такое пространство, в котором будут только те продукты, которые проверены мной лично и которые работают на 100%. Я вот мечтала о том, что ко мне будет приходить такая же Маргарита, как я, и вот какой бы она ни купила продукт, он сработает на 100%, она никогда не потратит деньги зря. И вот сейчас я покажу вам, что же я выбрала для себя. Начинаем. Мой любимый бренд в уходе за волосами — это Simona Deluxe, DSD. Чтобы вот я не пробовала самые эти модные бренды, которые выходят на рынок, ну просто не сравнится с вот этим роскошным уходом. Я действительно считаю, что этот уход способен заменить салонные процедуры у вас дома, потому что разработана врачами-трихологами. Это крутейший бренд, который делает лабораторные исследования практически на каждый свой продукт. То есть, если вот это продукт для роста волос, то вам к нему прилагается фотография клинических исследований до и после применения этого продукта. Такое делает очень мало компаний, потому что это супер дорого, и на это идут только те такие, знаете, супер крутые бренды, которые реально дают результат. И как только я попробовала эту компанию, но что бы я ни пробовала после, всегда возвращаюсь к ней. У меня моя любимая серия сейчас в руках, это шампунь 4.1, великолепный шампунь, который и стимулирует как бы качественное очищение волос, и пробуждает волосики. Очень, вообще шампунь, его единственная функция — это хорошо чистить волосы. Он справляется на 100% и дает неплохой объем. И второй продукт — это бальзам для волос 4.2, он направлен и на восстановление волос, и на рост. Мне очень нравится, он мягкий, не утяжеляет волосы, он качественно их увлажняет, сглаживает кутикулу волоса. В общем, все, что должен делать бальзам, этот работает на 100%, и его я наношу и на корень волос, потому что он дополнительно стимулирует рост. У меня сейчас во всех видео про уход за волосами, про продукты, вот здесь все торчит, потому что у меня куча новых волосков, и я пока еще не привыкла совладать с ними, не привыкла их сглаживать феном, потому что быстро действительно растут волосы после этой серии. И последние мои два любимчика — это маска для волос 4.3. У меня сейчас все из этой серии, потому что я восстанавливаю и отращиваю волосы. И вот если бы вы мне задали вопрос, какой один продукт в уходе ты оставишь для себя, если будет такой выбор, это будет вот эта маска 4.3. Это самый классный продукт по уходу за волосами, который я когда-либо пробовала. Она реально стимулирует рост волос, и она шикарно их восстанавливает. Вот после нее волосы, как после салона, они супер мягкие, они прям наполненные изнутри, сглаживаются все недостатки волос, предотвращается повреждение, и при качественном постоянном уходе эта маска даст фантастический эффект и в качестве роста, и в качестве восстановления. В общем, я очень рада, что она у меня есть. Это у меня уже по счету, наверное, третья бутылочка. Обычно я беру по пол-литра, но карантин, он, блин, внес свои поправки и не производили их. Сейчас уже снова завезли, я себе куплю большой объем. После того, как я помою волосы, вы знаете, я всегда наношу что-то на длину. Вот сейчас я пользуюсь серумом 4.5 из этой же серии, он у меня был в travel косметичке, я покупала такую на море, когда ездила, и я попробовала там его и влюбилась, мне он так понравился. У меня сейчас все стоит на полочке, я пользуюсь только им, потому что волосы прям суперские после него, тоже наношу и на корень, и на длину, и волосики прям мягкие такие после него, наполненные, шелковистые, он классно увлажняет длину, нет ощущения сухости. Мне очень нравится вообще во всех продуктах DSD в том, что вот ты их наносишь, неважно, на корень, на длину, и нет вот этого ощущения, что ты что-то намазал, нет ощущения какой-то тяжести, дискомфорта, вот просто такие легкие, объемные волосы. Поэтому 4.5 серум мне очень нравится, тоже рекомендую, присмотритесь, классный продукт, несмываемый по уходу после мытья волос. Еще из несмываемого ухода у меня две такие баночки, бренд Show Beauty, была термозащита, но, к сожалению, Show Beauty
любитель, мне вообще очень нравился, но он прекратил свое производство продукции по всему миру, закрылась компания, поэтому больше вы их попробовать не сможете, это я вам так просто показать. А вот Global Keratin — это классная штука, прям миллионы девчонок в него влюблены, кто-то называет это заменитель ножниц, говорят, что если пользоваться постоянно им, прям не надо стричь волосы, всегда волосики будут в суперском состоянии. Действительно классное такое серум масло для кончиков волос, не утяжеляет, сглаживает их, очень приятно пахнет так, знаете, слегка восточно, ну, очень красивый запах. От Show Beauty у меня еще такие классные духи для волос, вообще, мне кажется, это все так женственно, красиво, парфюм для волос, ты его достаешь, вот так вот распыляешь, и, знаете, такой шлейф поволока от волос идет. У меня была подруга, которая рассказывала о своем секрете соблазнения, она говорила, что всегда приходит на свидание с собранными волосами в пучок, садится напротив своего ухажера, и вот так вот одним движением руки распускает волосы, и в этот момент от этих волос распыляется вот это, знаете, такой аромат женственности, нежности, свежести и чистоты. И, ну, конечно, это любой запах всегда покоряет, попадает прямо в сердце, и поэтому, конечно, идея купить парфюм для волос мне сразу очень понравилась, и действительно этот запах обалденный. Очень жалко, что Show Beauty прекратила производство своих парфюмов, потому что его создал французский парфюмер, который создавал ароматы для дома Шанель. В общем, история у этого бренда была фантастическая. Но если где-то увидите, хватайте, классная вещь. Красивая такая баночка золотая, классный объем, действительно экономный в расходе. В общем, девчонки, если увидите где-то в остатках, берите, будете очень довольны. Сухой шампунь Батист, все уже про него рассказали. Ну, что? Классная вещь, почему бы не повториться? Единственный его недостаток — это то, что он оставляет вот этот, знаете, белый след на корнях, его надо вычесывать. Ну, в принципе, у меня светлые волосы, это не всегда заметно, но хотелось бы, чтобы они поработали над этой функцией. Он реально делает волосы свежими, вот как будто бы вы их помыли. Мне очень нравится, дает классный объем. Очень часто, кстати, стилисты, они перед укладками иногда делают сухой шампунь на чистые волосы, для того, чтобы сделать их такими структурированными, чтобы не опадал корень и они держали форму. В общем, Батист, подтверждаю все позитивные отзывы о нем, люблю и постоянно пользуюсь. Бренд Global Keratin, только что показывала вам масло для кончиков. Вот знаете, когда я его использую? Если мне надо результат быстро, вот здесь и сейчас, чтобы мои волосы стали прям шелковыми, блестящими, гиперувлажненными, и чтобы это все произошло за пару минут, я беру Global Keratin. Я всегда называю это салонная экспресс-процедура в домашних условиях. Реально блестит, как после салона. У меня сейчас в руках Gold серия, золотая. Мне здесь больше всего нравится именно кондиционер. Блин, ну после него волосы шикарные, они такие мягкие, увлажненные, глянцевые, блестящие. В общем, вот этот кондиционер обалденный. Шампунь хороший, он выглядит очень красиво, он такой золотой. И неплохо промывает корень. Единственный недостаток шампуня от Global Keratin, но я не могу назвать это недостатком. Они хорошо промывают волосы, они увлажняют волосы на этапе мытья. Но как только заканчивается баночка, желательно чередовать, потому что волосики могут привыкать. Но в принципе это характерно для большого количества брендов. Просто меняйте серии между собой, и ваши волосы всегда будут счастливы. Если вы хотите быстрый эффект, у вас нету много времени ухаживать за волосами, и вам нужно прям, знаете, такой эффект вау на волосах, то Global Keratin — это то, что вам надо. Реально салонная процедура, такая экспресс в домашних условиях, вам гарантирована. Расческа для волос. Ну, я думаю, вы знаете, я уже говорила вам много раз, что это важнейшая вещь в уходе за волосами. Девчонки, если вы хотите иметь хорошие волосы, вам нужна бережная расческа, не гребешки вот эти деревья. Деревянные, это вообще просто выбросьте, потому что они травмируют ваши волосы, рвут их. Я люблю расчески от Янеке, это действительно самый лучший бренд, который сейчас производит расчески. У них очень приятный ворс, он не просто расчесывает, он делает кайфовейший массаж кожи головы. У него вот здесь сзади, обратите внимание, есть такой ворс в форме пчелиного улья, который не дает перегреваться волосам во время сушки. Ворс, который находится спереди, он не травмирует волосы, можно прочесывать им бальзамы, маски, расчесывать мокрые волосы. В общем, обалденная вещь, подходит всем типам волос и расчесывает без боли.
Собирается вручную на итальянском заводе, а еще куча разных цветов. Короче, девчонки, рекомендую. Очень рада, что нашла для себя эту расческу. Пользуюсь ей прям постоянно. Тяжелый люкс в уходе за волосами. Это процедура счастья для волос, которая делается в салонах. Есть два варианта. Либо один, там, два раза сделать ее в салоне, либо купить себе полный курс домой. Конечно, если вы покупаете все эти баночки домой, у вас будет это все просто в 100 раз дешевле, потому что, по сути, в салоне вы там переплачиваете 100-200% на цене одной процедуры, а дома вам хватит очень надолго, и вы прям капитально экономите, приобретя вот эту серию себе домой. Поскольку я блондинка, и мои волосы постоянно на грани того, чтобы отвалиться, отпасть, создать мне кучу неприятностей, мне нужен особенно активный уход за ними, поэтому я приобрела себе счастье для волос. Честно скажу, не делала его давно, потому что это монотонно, долго, надо это все втирать, но сейчас, вот недавно, вы знаете, я была в салоне и покрасила волосы по длине, после этого они у меня, конечно, так подсушились, поэтому я сейчас активнее за ними ухаживаю и буду делать процедуры счастья для волос раз в неделю. Хочу сразу сказать, что вообще салонная процедура — это такая определенного рода ловушка, потому что любой уход эффективный только в одном случае, если вы его делаете постоянно, монотонно и регулярно. Если вы один раз придете на восстанавливающую процедуру в салон, но не будете делать ее дальше, ну, она наполнит вам волос на какое-то время, но о каком-то глубоком восстановлении, конечно, речи быть не может, потому что мы с вами уже знаем, что волосы восстановить невозможно. Можно их только наполнить здоровую часть. Поэтому, девчонки, я рекомендую, если у вас стоит вопрос между тем, что делать, посещать салонные процедуры или, ну, просто купить себе хороший уход домой, купите уход, потому что его вы будете делать каждый день, вы будете его выдерживать на волосах, и это 100% даст результат. Сработает эффективнее, чем салонные процедуры, гарантирую. А вот касаемо счастья для волос, это классная процедура, которая действительно ухаживает за волосами. Она состоит из четырех этапов. Первый — это вы промываете корень головы, ну, как бы, чтобы убрать лишнее кожное сало и уже насытить кожу головы какими-то витаминными штуками. Потом сбрызгиваете волосы вторым шагом, вот таким вот спрейчиком, который подготавливает ваши волосы к уходу, и дальше вы наносите поочередно вот эти баночки 3S, и вот у меня здесь есть 3M, и представляете, у меня от нее отпала крышка, и я не понимаю, как такое может случиться, потому что когда покупаешь такую дорогую вещь, кажется, что она тебе должна прослужить до пенсии, и вот таких факапов не должно случаться, но приходится как-то уже это все выдавливать вручную. Сначала наносим третий этап, на каждую прядь по 3 нажатия, потом четвертый по 3 нажатия, опять же, ну вы понимаете, без крышки это все очень неудобно, потому что здесь четкая дозировка, и поверх этого всего, это такой эффект бутерброда, вы наносите четвертый этап, который как бы закрывает все вот эти слои, которые вы нанесли на волосы, и выдерживаете на волосах весь этот микс из полезных свойств, которые глубоко, качественно увлажняют ваши волосы. Результат есть, хорошая процедура, но вопрос финансов. Если хотите, попробуйте, сделайте ее в салоне, если вам понравится, выгоднее купить домой. Ну и вот такие две штучки, вы можете их купить перед покупкой счастья для волос или просто перед тем, как попробуете эту процедурку. Это такие бальзамы из этой же серии, которые поддерживают состояние процедуры, но на самом деле это просто классные, питательные два продукта, которые восстанавливают волосы. Они доступные по цене, можете их купить, они экономные в расходе, и их я тоже делаю периодически, просто как маску для волос, очень ими довольна. Витамины для волос, всегда что-то пью, два раза в год прохожу какой-то курс, сейчас у меня Artamol Beauty, это красивый такой сундук, в нем, видите, такие стики, которые улучшают и состояние кожи, и волос, и ногтей, и комплексно насыщают организм витаминами. Потом буду пить витамины от DSD, которые разработаны трихологами. Скажу честно, покупаю витамины всегда просто вот, ну, интуитивно, да, я беру те витамины, которые сейчас нужны моему организму, и я не делаю особенный акцент на какой-то бренд или фирму, мне просто важно, чтобы это были хорошие витамины, которые будут ухаживать за моим организмом
классно, с хорошим составом. Ну и последний продукт, который я вам сегодня покажу, это масло для волос, которое я использую от Elemis. На самом деле разные масла, и масло авокадо подойдет, и кокосовое масло, и оливковое даже масло хорошее, качественное, тоже будет ухаживать за вашими волосами. Все зависит от того, какая ваша цель. Если вы будете делать регулярно масляные аппликации, ваши волосы в любом случае восстановятся. Сейчас у меня масло франджипани от бренда Elemis, оно очень вкусно пахнет, обладает афродизиаками. Я наношу его и на тело, и на волосы, и вообще очень люблю бренд Elemis. Вот и все, это все продукты, которые я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписка, лайк, колокольчик, и до встречи в новом видео!